Дышать полной грудью становится практически невозможно для тех, кто страдает сезонным полинозом. Эти люди не раз испытали на себе все прелести последствий попадания в слизистую компонентов пыльцы трав и деревьев. Аллергия – бич современного общества. В Беларуси в список аллергиков входит порядка 20% населения, и это только те, кто обратился за медицинской помощью. Многие до сих пор не догадываются о своей чувствительности к цветению злаковых трав. Сейчас цветут злаковые травы. Деревья, тополь уже отцвел. Сейчас может летать не тополь, а семена, не пыльца тополя, а семена тополя в виде пуха. В этой ситуации пух является просто дополнительным переносчиком летучей пыльцы злаковых. Поэтому здесь не тополиный пух виноват, а пыльца летает, мелкая-мелкая ветроопыляемых трав. А это те травы, которые вот везде на газонах, везде вокруг нас. Никуда мы от нее не денемся. Кроме того, судьба аллергика часто зависит от погодных условий. Дождь прибывает пыльцу к земле, и все дышат отлично. А при сухой погоде с легким ветром компоненты злаковых трав не только витают в воздухе, но и переносятся на дальние расстояния, что и вызывает приступы кашля, чихания и слез у аллергика. Бороться с сезонным полинозом можно. При выходе на улицу надевайте солнцезащитные очки и носите универсальную в настоящее время маску. Но это лишь защита, которая способна облегчить состояние на время. Лечение аллергии кроется глубже. Необходимо анализировать свой характер питания, ведь в первую очередь, да, это наследственная предрасположенность, но она реализовалась конкретно взятого человека, страдающим полинозом, на его характере питания, образа жизни, его стрессового фона и так далее. То есть, необходимо входить в гармонию, да, в гармонию со средой, с природой и действительно анализировать свое питание. Я, например, рекомендую, вплоть до категорического исключения из своего рациона растительного масла, рафинированного, по одной простой причине: на него не будет аллергии, нет, оно будет поддерживать высокий воспалительный фон в организме. А потому, чтобы избежать неприятных последствий аллергии, старайтесь соблюдать правильный образ жизни, следить за своим питанием и меньше нервничать. А если первые симптомы сезонного полиноза все же вас настигли, обращайтесь к специалисту.